оказался в воде, но совсем по другой причине. На участке трассы Бодайбута-Ксимо грузовой автомобиль упал с моста в реку. Водителя из машины извлекали неравнодушные очевидцы. Мужчина жив. Зачастую к авариям приводит несоблюдение правил. Регистрировать нарушения на дорогах призваны комплексы фото-видеофиксации. Со штрафами, назначенными по итогам наблюдения таких камер, согласны далеко не все водители региона. И, кстати, вскоре можно будет оспорить некоторые начисления. Подробности прямо сейчас. Не за все нарушения, которые зафиксированы комплексами фото-видеофиксации на дорогах, теперь будут наказывать. Госавтоинспекция России направила в регионы указания, где перечислены ситуации, при которых не должны выносить штраф. Таких случаев несколько. Первое, если на улице сильный дождь или туман. В этих случаях на снимках автомобиля видно нечетко, а значит, использовать фото в качестве доказательства нельзя. Недействителен будет и штраф при отсутствии предупреждающих знаков о работе комплекса фото-видеофиксации нарушений или наличии соответствующей разметки. В некоторых ситуациях камеры и вовсе не должны работать, например, если на перекрестке отключили светофоры и движение машин контролирует регулировщик, или в случае, когда на участке, попадающем в поле зрения комплексов фото-видеофиксации, идут дорожные работы. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Выписанные штрафы могут подвергнуть сомнению в случае, если водители неоднократно будут жаловаться на работу конкретной камеры. В такой ситуации, согласно рекомендациям, ее необходимо отключить и проверить поступившее обращение. Алена Полоненко, новости по будням.